Всем привет, я МС Тимур, и в этом видео я хочу рассказать, почему в ближайшее время, в ближайшие 1-2 дня видео загружаться не будет, или будет загружаться не по графику. Обычно у меня, как вы знаете, ну кто меня смотрит, видео мои загружаются от 2, это минимум, 2 видео в день, 2-3 видео. Уже с сегодняшнего дня у меня загрузилось одно видео. И завтра, скорее всего, возможно, будет тоже одно видео, возможно. Может, и вообще не будет. Только еще шортс-видео. Причина этому всему... Я сейчас, на данный момент, пробую... Даже, ну, пробую уже пользоваться другим редактором. Редактором Movavi. Можете сейчас... Как вы знаете, у меня видео, ну, кто меня смотрит, видео мои выходят. Приблизительно, конечно, но... И... Смотреть, у меня сейчас загружается, ну, загружается одно видео, и так как у меня слабый компьютер же, и загрузка идет очень-очень долго, вот сохранение моего видеоконтента очень-очень долго, очень-очень долго. Из-за этого я не могу снимать следующее видео, вообще пользоваться компьютером. Пользоваться-то могу, но снимать видео не могу, и дальше видео тоже редактировать не могу. Скорее всего, я буду этим редактором... Ну, скорее всего, я вернусь к тому же редактору, которым я пользовался, либо же буду пользоваться, но реже. Ну, этим редактором. Так что вот. Если кто-то знает хороший редактор, который может редактировать и... Ну, редактировать видео, пишите в комментариях, потому что... Этот редактор Movavi, он хороший, очень хороший, но он подходит для более мощных компьютеров и... Может быть, он, конечно, для моего подходит, но минус в том, то, что когда я снимаю длинные видео, а у меня последнее видео будет длинное, ну, одно из видео, которое выйдет на канал в ближайшие там 1-2 дня, оно будет около 20 минут, это, ну, это большое длинное видео, потому что у меня обычно в среднем я снимаю 10-15 минут видео, а это около 20 минут будет видео, и поэтому, скорее всего... Что еще, некоторые видео на моем канале очень сильно тормозят. Я это прекрасно вижу. И я пытаюсь решить эту проблему. Почему это так? Ну, понимаю, конечно, компьютер, но некоторые игры у меня очень... Ну, некоторые игры у меня начинают тормозить после того, как я отредактирую видео. То есть это, возможно, либо слишком много эффектов добавляю на видео, либо же еще какая-то причина для этого есть. Так вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока.